Всем бонжорно! В эфире Катрин Моро. Для тех, кто со мной еще не знаком, я певица и ведущая свадеб Италии на итальянском, английском и русском языках. Сегодня я расскажу о нас, о ведущих свадеб и мероприятий со знанием иностранных языков. Почему один такой ведущий лучше, чем ведущий плюс переводчик? Многие ошибочно полагают, что если взять даже самого топового русскоговорящего ведущего и приставить к нему переводчика на итальянском языке, то так будет нормально. Нормально-то может и будет, но вот идеальной свадебной атмосферы не получится. Вот мой топ-5 преимуществ ведущего свадеб со знанием итальянского языка. Ведущие свадеб всегда активны, с чувством юмора, в то время как переводчики больше подходят для деловых встреч. Сохраняется настроение каждого сказанного слова. Ведущий максимально эмоционально переведет тосты ваших родных и близких. А какая колоссальная экономия времени, когда один человек сразу переводит свои же слова на второй язык. Только ведущий с идеальным знанием итальянского языка знает на 100% все свадебные итальянские традиции, о которых переводчик может даже не иметь никакого представления. С каждым годом интернациональных свадеб становится все больше и больше. Ведущие свадеб уже давно перешли из раздела «Тамада» на свадьбу в раздел «Артист». Да и вся свадебная индустрия уже на таком высоком уровне, что и требования к свадебным подрядчикам особенно высокие. Ведущих свадеб на английском языке уже набралось неприлично много. Причем большая часть говорит на иностранном языке, как на родном. А вот что касается ведущих на итальянском языке, то тут раз-два и обчелся. Многие молодожены почему-то думают, что смогут найти ведущего в Италии в последний момент. Все топовые ведущие, а особенно с узкой направленностью, со знанием итальянского языка, разбираются за год, а иногда и за два. Оптимальным будет сразу бронировать ведущего, как только подтвердилась свадебная площадка и известна точная дата проведения свадьбы. Если у вас интернациональная свадьба и позволяет бюджет, то я очень советую взять пару ведущих. Ведущий плюс ведущая, где один будет говорить на русском, а второй подхватывать на итальянском языке. Я обожаю такие дуэты, это очень круто! На сегодня на этом все. Подписывайтесь на мой свадебный итальянский канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если у вас остались вопросы, пишите свои комментарии под этим видео. А также заходите на мой сайт, слушайте мои новые треки, которые я написала сама, и смотрите мои видеоклипы. Все ссылочки в описании под этим видео. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и вашу свадьбу в Италии вы доверите именно мне. С вами была я, ведущая свадеб со знанием итальянского и английского языков Катрин Моро. До встречи в Италии на вашей свадьбе. Arrivederci!